Ну, а я сейчас приглашаю наших спикеров, которые открывают нашу сессию. Валерия Даманская, компания, директор по персоналу компании Open Group. Валерия, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Я думаю, что аплодисментами можно встретить наших спикеров. Проходите, пожалуйста. Второй слайд. Угу. А, соответственно, Леонид Ардальонов, НТЭХ. Меня так просили называть правильным образом. Леонид, проходите, пожалуйста. И Анна Собянин, компания A-Studio, соответственно, расскажет свой кейс и свою информацию. Приветствуйте, пожалуйста. Ну что ж, на самом деле Леониду придется открывать. Леонид, для вас сразу же. Как вам удобнее будет отсюда или... Я думаю, что, наверное, будет все-таки удобнее здесь. Ну, как вам удобнее, решайте сами. Да-да-да. Я рада вас приветствовать. Мы впервые работаем с вами на сцене. И на самом деле, когда я вчера пролистывала вашу презентацию, я поняла, что это будет что-то очень весомое. Ну, по крайней мере, весомое. Да. Ну что ж, мы всегда начинаем с цифр. И, соответственно, у вас сейчас будет возможность посмотреть взгляд компании НТЭХ по поводу того, как же развивается сейчас ритейл. И те тренды в категориях, которые подсветит Леонид. Изучайте, примеряйте на себя и подумаем вместе. Передаю вам слово. Инструмент у вас. Так, микрофон. Микрофон этот? А, микрофон здесь работает. Добрый день всем. Спасибо огромное за возможность выступить на таком представительном мероприятии. Меня зовут еще раз Леонид Ардальонов, я директор по аналитике компании НТЭХ. Если вдруг кто нас не знает случайно, мы одна из крупнейших сельских компаний России, пользующаяся доверием огромного количества ведущих производителей, ведущих брендов на рынке FMCG. Мы гордимся тем, что, собственно говоря, наши клиенты занимают доминирующее положение на рынке в огромном количестве категорий областей. А наш успех, он связан с двумя вещами. Мы располагаем огромной гибридной потребительской панелью размеров таких, каких, в общем-то, в России больше нету. И мы на основании нашей информации в прошлом году смогли построить очень интересный агрегат, который назвали «Главная полка холодильника». По сути своей, это потребительская корзина россиянина, либо, точнее, большая часть. Да, здесь нет алкоголя. В этом году туда добавятся фрукты, ягоды. Но примерно так, как вы видите на экране, выглядит холодильник такого среднестатистического потребителя. Мне жутко не нравится это слово, но вот так примерно питаются наши с вами соотечественники. Очень много курицы, достаточно много молока, где-то можно разглядеть баночку рыбных консервов. Ну, кошка, ну, а презентация без котика вообще-то не презентация. Наглая самореклама закончилась, теперь, собственно говоря, переходим к сути дела. Я предлагаю попробовать заглянуть в чуть более отдаленное будущее, чем мы все сейчас заняты. Да, всем очень интересно, что будет в 2024 году, в 2025, в 2026, мне тоже честно. Но я предлагаю отправиться в путешествие вот туда, подальше. 2030 какой-то или даже 40 какой-то год. Как изменится картина на рынке? Что будет, если те тенденции, которые мы увидели, отследили за последнее время на главной полке холодильника, они сохранятся? Здесь я должен извиниться перед теми, кто видела нашу годовую конференцию декабрьскую. Сейчас будут несколько слайдов именно с той годовой конференции, но без них нельзя. Поскучайте, пожалуйста, пару минут. Одна из тенденций, которую мы отметили в 2023 году, это то, что произошел просто уже взрывной рост кулинарии. На самом деле, мы, конечно, чуть-чуть всех обманывали. Когда мы говорили о тенденциях рынка, это не тенденции рынка 2023 года, они были до этого. На самом деле, рост кулинарии, он начался с года где-то 2016-го даже, вот так. Но, мне очень нравится этот слайд, когда я в 2018-2019 году акционерам, крупным директорам рассказывал о том, что, ребят, смотрите, что творится с кулинарией, мне говорили, плюнь, это маленькая ниша, это все не так. Если темпы роста кулинарии
Это только основные блюда. Это не завтраки, это не супы, это, вот, грубо говоря, не перекусы, не сэндвичи, это только второе. Если темпы роста кулинарии сохранятся такие, какие сейчас, то через 3 года, собственно говоря, вот эти вторые блюда, они сравняются по объему продаж с пельменями всеми. И так, на секундочку, в 2 раза превысят объем потребления замороженной рыбы. И это еще не вся кулинария. Очень важный инсайт, который мы откопали в прошлом году, заключен в том, что эффективнее всего развиваются те сети, которым больше всего доверяет поколение 30+. На самом деле есть огромная разница между питанием более молодых и более пожилых людей. Это те группы, которые в результате серьезного исследования, огромнейшего опроса, проведенного нами летом прошлого года, мы выяснили, что какие-то вещи они нравятся более молодым людям, и эти молодые люди в упор не видят, просто в упор не видят те же самые рыбные консервы, замороженные морепродукты. Это не для них. Понятно, мы все смертны, постепенно население ротируется, на рынок все больше и больше выходит молодых людей, которые начинают самостоятельную жизнь, которые начинают жить самостоятельно, которые лишаются такой замечательной опции под названием самозаполняющийся родительский холодильник, начинают сами покупать продукты питания, их влияние на рынок оказывается уже действительно реально огромным. Поэтому мы ввели, придумали такой Z-Dina-индекс, который показывает, кому больше нравится сеть, более молодому или более пожилому покупателю. Просто сопоставляя доли продуктов, которые нравятся Z-ам, и, ну, вот таким вымирающим динозаврам, как, например, я. Так вот, ребят, похоже на то, что на рынке есть гости из будущего. На рынке вообще представлено очень много всяких разнообразных интересных зверюшек. Есть, на самом деле, реальные гранды, да, говорят о футбольном языке, Мюнхенская Бавария, там, старая Сеньора, Барселона, Реал Мадрид. Есть очень молодые, интересно развивающиеся ребята, тот же самый Чижик, который, на самом деле, такой Ландо Норрис, если говорить языком Формулы-1, пока особо ничего не выиграл, но прет так, что у всех челюсть падает вниз. Есть инопланетяне. При всем моем глубочайшем уважении к сетям «Азбука вкуса» и «Вкусвилл», я очень их люблю, я восхищаюсь их операционными результатами, но для подавляющего большинства наших с вами соотечественников это инопланетяне. Они неплохие, они просто из другого мира. Вот где «Азбука вкуса» и где, условно говоря, город Ковров. Примерно так. Так вот, смотрите, гости из будущего. Вот доля кулинарии. В одной из сетей какие там 2-3%. Она в объеме потребления уже превысила 15%. А Z-Dina-индекс этой сети, то есть насколько она интересна молодому потребителю, если сравнивать одноформатников, ну, конечно, Z-Dina-индекс работает только в одинаковом формате, он самый высокий. Не буду дальше раскручивать интригу, ребят, это глобус. Это гиперглобус. Это возможный гость из будущего. Я не говорю, что будущее будет одинаково. Мы все разные, и в будущем есть разные варианты, но это один из вариантов. Та сеть, которая уже сейчас показывает, что может быть, если ассортимент будет сориентирован в большей степени на молодое поколение, если в нем будет присутствовать огромное количество кулинарии. Потом еще поговорим об эстеме чуть-чуть. Да, я знаю, и знают наши уважаемые клиенты, которые пользуются нашей главной полкой холодильника, о том, что гиперглобус не показывает гигантских хороших результатов. Но здесь я выступлю в роли адвоката Бога в отношении гиперглобуса. Во-первых, формат супермаркетов в принципе теряет популярность. Он теряет популярность везде и по России в целом. -10% год к году. Во-вторых, гиперглобус не принял участие в прошлом году в нескольких любимых развлечениях основных федеральных сетей. Он не пошел на восток, он не занялся поглощениями, слияниями, он не стал развивать формат дискаунтера, формат, в котором федеральные сети начали толкаться, бодаться, пытаться предложить что-то свое, он остался при своей модели, сохранив ее. И, собственно говоря, ситуация, то, что видите на слайде, ситуация в Центральной России, в Москве,
в СФО, она такова, что, собственно говоря, растит уже некуда. Началась очень серьезная конкуренция между сетями. И на этом фоне гиперглобус, если брать Москву и Московскую область, выглядит очень сильно неплохо. Потому что все гипермаркеты остальные упали год к году на 11%, а гиперглобус остался при своих. Если у блондинки темнеют корни волос, значит мозг все еще сопротивляется. Гиперглобус сопротивляется на рынке. И сопротивляется очень удачно, успешно. Давайте посмотрим, на самом деле, что же может произойти, если действительно в будущем тенденции, о которых я говорил, сохранятся. Ну, в первую очередь, на самом деле, пострадает целый ряд групп продукции. Вот соотношение между продажами определенных групп продукции в гиперглобусе в сравнении и с другими сетями, и отдельно в формате гипермаркета. Вот эти достаточно обычные, стандартные, но местами унылые группы продукции в гиперглобусе популярностью не пользуются. В ближайшее время мы проведем закрытые вебинары для наших клиентов, где расскажем некоторые вещи по поводу в том числе шоколада. На самом деле, в целом ряде групп продукции шоколад уже перестает пользоваться популярностью. И унылое пастеризованное молоко ни о чем. Да, похоже, это продукты, которые в будущем, конечно же, им будет место. Люди не перестанут пить сок, не перестанут пить молоко, поймите меня правильно. Просто вот эти группы, вероятнее всего, первые под ударом. А есть группы, которые наоборот, на самом деле, опережают в глобусе рынок. Или, здесь, извините, ради бога, некоторая неточность на слайде, некоторые группы продукции из перечисленных не опережают рынок, но в отдельных своих сегментах они очень бурно и необычно растут. У меня нет возможности в формате 20-минутного выступления проговорить обо всех этих группах продукции, поэтому буквально только о трех, которые показались достаточно интересными. На самом деле не все интересные. Вот все, что перечислено, и все, что происходит в гиперглобусе в этих группах продукции, ребят, это офигенно интересно просто. Вот. Но, опять-таки, 20 минут. Поехали. Замороженная пицца. Ага. Смотрите, что происходит. На рынке она, в принципе, как-то чуть-чуть при своих чуть-чуть стагнирует. Что такое плюс 7% в денежном выражении? Это просто инфляция прошлого года по продуктам питания. Минус 3% вообще-то ни о чем. В глобусе плюс 33%. А кто бустер? А бустер вот это. Зотман пицца. Она дорогая и, честно говоря, вкусная. Вот просто вкусная. Вот это не какой-то сухарь-перекус. Это вкусно. Так все-таки повкуснели, подешевле. Смотрите, кто в гиперглобусе вырос. Топ-5 по росту. Угу. С какой средней ценой? И кто упал? Ну, за самую очевидность, даже график рисовать не пришлось. Мы постоянно видим на цифрах, мы постоянно слышим от потребителей в ходе наших исследований, в ходе фокус-групп, глубинных интервью, совместных визитов в магазины одно и то же. Готовая еда, ready to eat, неважно, замороженная или охлажденная кулинария, она просто обязана быть вкусной. Она не может быть невкусной. Люди невкусную готовую еду игнорируют. Копченые дары моря. Копченая рыба по-русски. А вот это уже да. На рынке полное уныние в целом. В гиперглобусе прекрасный рост. Плюс 16% год к году. Ребят, это очень много. Согласитесь, подумайте. Плюс 16%. И вот опять. Кита побеждает скумбрию. Да, мою любимую скумбрию с детства. Я помню, как родители покупали эту копченую скумбрию. Специально ее разделывали для меня, чтобы у ребеночка не было ни одной косточки. Это такое детское прекрасное воспоминание. Все, скумбрия закончилась. Скумбрию покупать не хотят. Кто? Кита? Нерка? Масляная рыба, посмотрите на среднюю цену, посмотрите на динамику. Это вкусняшка. Вкусняшка не может, опять-таки, быть обычной, приевшейся, праздной, как угодно. Ниша? Да, ниша.
нерка, масляная, Китай — это пока 12% от группы. Вы знаете, кулинария тоже была нишей. Вот пока, вот теперь те компании, я с неким злорадством за этим наблюдаю, как те, кому я рассказывал о том, что это будет расти, говорили, это ниша, теперь они покупают нас аналитические отчеты по этой категории, но, похоже, многие из них уже просто-напросто будут глотать дым от уходящего поезда, и не более того, все, поезд уже уходит. И те, кто уже не вскочит в него в ближайшие годы, ну, может быть, там уже просто не окажется. Ну, да бог бы с ним. Мясной фарш. А вот здесь мясники, колбасники сразу вытягивают лица и говорят, ну, а что вы хотите? Глобус – это собственное производство. Глобус – это сплошная СТМ. Как, понятно, мясной фарш, да, ничего удивительного. Он растет на рынке. Это, собственно говоря, ready to cook. Еще одна очень быстро растущая категория. Извините, что по-английски, по-русски не могу придумать термин. Звучит ужасающе, как-то готовое к готовке. То есть то, из чего легко приготовить. Не надо доставать мясорубку, не надо проворачивать. Уже все готовый фарш, спасение любой мамы с большим количеством детей. Можно быстро пожарить котлетки, покормить этих спиногрызов. Так вот, возвращаясь к теме СТМ, не СТМ. Да, действительно, глобус принципиально опережает сети по доле СТМ. Я знаю, что есть вкусвилл, который на 146% состоит из СТМ. Есть чижик, в котором доля СТМ уже превысила 70%. Если мне не изменяет память, по-моему, по осени 23-го года там 76% СТМ. Но глобально у глобуса огромная доля СТМ. Так вот, вот кто лидер. Вот кто отбустил категорию. Говяжий фарш Мираторга. Искренне поздравляем нашего уважаемого клиента. Он просто молодец, молодечек. Он получил, это рейтинг мясных фаршей, в нем подавляющее большинство именно фаршей Мираторга, если не, да, на первом месте СТМы, куда деться. Такие вещи, такие полуфабрикаты, это, конечно же, СТМ, но среди производителей он на первом месте по количеству позиций и самый большой прирост рейтингового балла. Хороший бренд может эффективно бороться с СТМ. Может. И мы это видим, и это понимаем. Подводя некоторые итоги, делая выводы и по этим слайдам, и на самом деле по тем группам продуктов, о которых мне не удалось, я не успел рассказать, кого не возьмут в светлое будущее? Или это будет очень тяжело? Или, точнее говоря, вероятнее всего, они останутся в резервациях дискаунтеров, хард-дискаунтеров, где будут бороться с себе подобными за минимальную маржу. Потому что любые дискаунтеры, хард-дискаунтеры, по сути, это, собственно говоря, система сокращения маржи потребителя. Производителя, извините, ребята. Так вот, очень тяжело придется мелким, средним компаниям, которые не имеют сильного бренда, не смогут бороться со СТМ-сетями. Которые производят стандартный, приевшийся продукт, который делают или умеют делать все остальные. И еще невысокого качества. Потому что на самом деле тренд на качественную продукцию, на продукцию разнообразную, вкусную, он присутствует абсолютно во всех категориях продуктов. Вы знаете, не прав. Вот в сахаре не вижу, вот в соли тоже не вижу. Во всех остальных категориях вижу. Кто пробьется в светлое будущее, ну, гарантированно в светлое будущее попадут наши уважаемые клиенты. Те, кто сотрудничает с нами, те, кто понимает, что делается на рынке, что будет в будущем. Все самое интересное на нашем телеграм-канале. Огромное количество сейчас будем публиковать рейтингов по самым разным группам продукции. И я жду вас в светлом будущем. Спасибо огромное. Спасибо большое. Сейчас мы начали с цифр, и, соответственно, вы сейчас увидели некоторые ожидаемые прогнозы, что же может быть далее с точки зрения категории. Я здесь в каких-то вещах однозначно присоединюсь. В каком плане? Вот вы заметили, я на самом деле, когда получила презентацию, для меня было большим удивлением как раз, что с первых слайдов готовая еда. С одной стороны, с другой стороны, это удивление какой-то уже речи и нет, потому что сама, как потребитель, очень много действительно стала приобретать еды, и вот именно готовой еды. И это действительно уже серьезная история в моей корзине покупателя. Учитывая, что я люблю готовить, но просто не нахожу на это время.
И отдельно интересно понимать, что когда 6 лет назад мы начали тему собственно производства как конкурентное преимущество торговой сети развивать, то есть у нас еще одна конференция есть, она будет в 20-х числах марта, соответственно, там теперь я даже не знаю, как повестку формировать, настолько плотно много кейсов стало, интересно развивается категория, и, соответственно, конечно, любопытно опять же наблюдать за всеми этими трендами, и, но то, что бренд должен у вас быть сильный, это вот отдельная история, о которой мы в том числе будем разговаривать сегодня. Сейчас я приглашаю немножко с другой темой продолжить. У нас все-таки открывающая сессия, она нам позволяет еще одну тему затронуть, которую немаловажно, а именно, как же сейчас у нас обстоят дела с персоналом. И сейчас к нам присоединяется Валерия Адаманская, директор по персоналу компании Open Group. Отдельный момент, что Open Group выступили партнерами нашего мероприятия, и у них во второй части будет масштабное, хорошее такое выступление касаемо инструментов. Вот. А сейчас мы с Валерией как раз поговорим, как все дела обстоят с персоналом. Ну, вы в своем разрезе сможете подсветить, а у вас будет возможность немножко на себя примерить. Передаю вам слово, Валерия. Держите, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Очень рада быть здесь. Спасибо, что пригласили Retail Room. Сегодня хотела поговорить о таком важном ресурсе, наверное, самом важном в каждой компании, от которого зависит, ну, наверное, 90%, не побоюсь этого слова, успеха каждой компании, о персонале. Скажите, пожалуйста, есть такие компании в зале, которые в 2023 году не столкнулись со сложностью подбора массового персонала или любого другого? Я обязательно к вам подойду, узнаю все секреты. На самом деле рынок очень стремительно меняется. И если проследить основные тренды, которые были в 2023 году, с которыми мы столкнулись, то это плюс для соискателей в том, что снизилась очень сильно безработица. Если посмотрим на цифры, то это порядка 3%, то есть было 4, сейчас 3, и то это 2,9 даже. И то это такие, знаете, самые приблизительные данные на самом деле. Наверное, с каждым разом эта цифра все ниже и ниже, как это ни странно. Столкнулись с тем, что данный дефицит кадров, он, безусловно, уже провоцирует другие требования кандидатов. Кандидаты начинают быть избирательными на любых позициях. Это и массовый персонал, безусловно, и линейный персонал. И в связи с этим, конечно же, более избирательно подходят и к зарплате, и к доходу, и к тем условиям, которые предлагает работодатель. Рынок действительно стал соискательским, и для того, чтобы выигрывать на этом рынке, каждый работодатель должен понять, а что же мы предложим в следующем году соискателю такого, за счет чего действительно мы выиграем. Все реже рассматриваются серые компании, серый рынок труда. Все больше кандидаты стараются искать для себя, так скажем, дополнительный заработок. Все держатся за свои места, стараются оставаться на ставках, а вот именно потребность в дополнительном заработке, она растет. Если говорить по поводу потребностях в людях и в целом аналитика, не знаю, сталкивались или нет, ассоциации торгового маркетинга, здесь есть интересные цифры, то как раз то, о чем я говорила, именно потребность в дополнительном доходе, именно потребность в дополнительной работе, она возрастает. А в целом кандидаты стараются держаться за свои места, стараются не менять работу и так или иначе искать какую-то подработку. Если говорить по поводу сроков закрытия вакансий, то сроки у нас, конечно, зависят тем, что мы стали более избирательными, что нам приходится сталкиваться с тем, что раньше, да, там, мне кажется, прекрасная тенденция. Разместили вакансию на HeadHunter, ждем откликов. Сейчас, ну, даже если мы ищем прямым поиском, наверное, да, там, не знаю, есть ли в зале HR или там руководители, которые сами занимались подбором, все меня поддержат, что просто разместить вакансию и просто ждать откликов — это уже такая мертвая история, никто не откликается. Даже если ты обзваниваешь, то тебе уже приходится работать с кандидатом, и такого, что у тебя там, не знаю, стоит очередь из мерчендайзеров, которые мечтают попасть в компанию, которые вот хотят завтра работать у нас, такого нет. Поэтому необходимо уже заинтересовывать кандидатов, необходимо в целом предлагать, если мы берем тех же мерчендайзеров, более интересные маршруты, более интересные ставки, и в целом работать уже даже с массовым персоналом с точки зрения их, так скажем, такое понятие, которое возникло не так давно, well-being, то есть
их адаптации в компании, их ценности в компании. То есть с тем, чтобы каждому кандидату так или иначе было комфортно к нам приходить, чтобы они хотели у нас задерживаться, и чтобы мы предлагали им максимум из того, что да, там могут предложить сейчас работодатели. И вот как раз, если мы посмотрим, то 70% эксклюзивного мерчендайзинга сейчас уже закрывается не в срок до 10 дней, а средняя цифра, по крайней мере, у нас да, там в агентстве, то, что мы посмотрели, до 20 рабочих дней. Ой. Так. Если посмотреть, почему же кандидаты отказываются? Ну, как правило, чаще всего то, что нам приходится сейчас работать не только с активными базами, но мы работаем с теми базами, которые не обновлялись уже достаточно долгое время. Чаще всего кандидаты просто не ищут работу. И здесь история с тем, что если они уже трудоустроены, то как мы их можем заинтересовать, как мы можем схантить уже, казалось бы, даже массовый персонал, с этим тоже необходимо работать. Вторая история с тем, что сложный маршрут, например, и с этой точки зрения кандидаты выбирают, как правило, работу рядом с домом, то есть как можно ближе к своему дому, как можно лучше по доходу и как можно с лучшими условиями. То есть вот эти требования, как правило, являются топ-3 причинами отказа в 2023 году и то, с чем мы должны будем работать в 2024 году. Если посмотреть на источники закрытия вакансий за 2023 год, а так или иначе, именно тот, кто научится работать с источниками в 2024 году и выиграет, наверное, в среди компаний, скорее всего, то это прежде всего ну, оставшиеся джоб-борды, безусловно, то, что, с чем мы работали. Это и HeadHunter, это и Авито, это и Job.ru, и все остальные источники, они, безусловно, работают, но необходимо работать уже не только с горячей базой кандидатов, так скажем, кто постоянно обновляется, но и с теми, кто там давно уже не обновлял резюме. Да, кто да, там, так скажем, относится к холодной больше базе. У нас очень классно работает полевой хантинг, и это то, чему мы стараемся обучать наш персонал, потому что подбирать должны уже не только HR, подбирают у нас в том числе супервайзеры, например, и подбирают в полях, потому что когда да, там, любой супервайзер приходит, видит, что приходит, например, да, там мерчендайзер в магазин, то здесь как раз самое то место, когда мы можем предложить кандидату лучшие условия, когда мы можем быстро рассказать о себе, и когда мы можем замотивировать на быстрый переход к нам. Вот это очень хорошо работало, и 18% такая хорошая воронка, именно нам удалось добиться ее за счет полевого хантинга. Реферальные программы, когда сотрудники приходят и рекомендуют других, своих коллег, своих знакомых, своих друзей, своих соседей, кого угодно. Это классно работает, потому что воронка охвата у вас сразу же увеличивается, и в связи с этим, конечно же, да, там кандидатов получается больше. Кто-то хочет подрабатывать, кто-то просто не публикует резюме и не знает, где это можно сделать. И, конечно же, именно реферальная программа, когда мы мотивируем самих сотрудников на то, чтобы приходили другие кандидаты, она хорошо работает. Но, безусловно, чтобы сотрудник порекомендовал вашу компанию, необходимо не только да, там делать реферальную программу, а необходимо говорить о том, чтобы ему самому было комфортно работать в компании. Такая история, с которой мы начали работать в 2023 году, такое наше, не знаю, ноу-хау или нет, кто-то сталкивается с этим или нет, это outplacement. Достаточно большое количество проектов у нас, откуда каждый день увольняется большое количество сотрудников по разным причинам, либо заканчивается проект, либо, например, да, там их перестает устраивать локация, либо они куда-то да, там хотят перейти на лучшие условия. Здесь важно вовремя отследить, провести интервью с этими сотрудниками и предложить им другое место у себя в компании. То есть здесь работа с внутренним ресурсом, когда у вас кандидаты только выходят на рынок, когда вы можете их, в принципе, вернуть к себе, просто предложить им другое место, другой проект и оставить таким образом их в компании. И здесь, конечно же, у вас снизятся ресурсы и на подбор, и на адаптацию, потому что это те люди, которые уже адаптированы в вашей компании, которые уже на вас работают. Далее, то, что мы столкнемся в 2024 году. Ну, безусловно, это то, от чего мы не денемся никуда, это пересмотр зарплат, это, безусловно, вовремя среагировать на то, что где-то да, там повысился уровень дохода, и если мы понимаем, что наш конкурент предлагает более высокую зарплату, мы предлагаем более низкую, то смотивировать его на переход к нам будет достаточно сложно. То есть если мы ниже рынка, то, конечно же, здесь необходимо работать с доходом, необходимо работать с зарплатной вилкой.
И то, о чем я говорила, это, конечно же, бережное отношение к сотрудникам, это разработка программ, которые помогут нам как можно больше удерживать людей, бороться с текучкой персонала, которые помогут нам предлагать им лучшие условия, чем у конкурентов. Очень важная часть, когда мы анализировали, в принципе, причины текучести, это обратная связь. Очень многие работодатели почему-то забывают общаться со своими подчиненными, а можно очень вовремя предотвратить увольнение, просто пообщавшись на самом деле, неважно на каком уровне. Так сложилась тенденция, что к массовому персоналу вот какое-то другое отношение у нас, чем к линейному. А на самом деле, вот как я и говорю, в 2023 году история выровнялась, и как массовый персонал, так и линейный, ну сейчас, наверное, вот как HR я не назову вам отличия, потому что и тот, и другой персонал нуждается в тех же подходах абсолютно точно, в тех же кейсах, которые относятся к линейному персоналу. И, безусловно, работа с другими категориями. Раньше мы старались, не знаю, там была такая тенденция не принимать людей старше 45 лет, не работать там, например, с теми, кому ниже 18, потому что так или иначе, конечно же, есть определенные риски, есть определенная история с большей степенью адаптации, то есть длиннее адаптации у таких сотрудников происходит. Но на самом деле сейчас в связи с тем, что такая ситуация происходит на кадровом рынке, то, безусловно, данные категории также следует учитывать и тоже с ними работать. Поэтому, ну, в завершение, так скажем, могу сказать, что работайте с сотрудниками, сформируйте кадровый резерв, и да, там, наверное, именно тот, кто вовремя среагирует на данные изменения рынка и выиграет в персонале в 2024 году. Спасибо большое, коллеги. Тема персонала, она горячая во всех разговорах. Когда у нас есть нетворкинги, значит, мы сначала вроде как по теме общаемся, а потом планомерно все переходят на разговор о персонале, потому что это, наверное, самая больная история у всех, и все, очень многие действительно прочувствовали, что такое достаточно серьезно сначала инвестиции и настрой на технологии, хотя без них тоже уже никуда невозможно обойтись, да, но все-таки вдруг поняли, что, оказывается, очень важно работать и с людьми в том числе. Да? Мы все-таки люди, и нам нужно человеческое общение. И хоть роботы и прочие приходят плотно в наш мир, но ими все-таки пока что, слава богу, управляют люди. Вот. Ну, а мы сейчас продолжим таким образом, чтобы была история и про то, как сейчас должна развиваться стратегия у производителя. То есть это такой будет кейс, предваряющий дальнейшем общение с ритейлерами. У нас далее будет несколько выступлений, небольшая дискуссия. Вот. Анна Собянина, студия. Соответственно, предлагаем с ней поработать. Да. И, соответственно, вы знаете, я все время хочу, чтобы у вас появлялись, после того, как вы прослушаете очередное выступление коллег, появлялись какие-то заметки, которые вы можете записать в желтый блокнот тоже нашего стратегического генерального партнера, это компания 1С. И, соответственно, знаете, зафиксировать и попробовать все-таки какие-то вещи взять в исполнение, чтобы полка стыда идей не накапливалась, а все-таки в реализацию вы могли зайти. Анна. Коллеги, здравствуйте. Собственно, находимся мы в городе Новосибирск. Называется наше маркетинговое агентство «Астудия». Работаем мы только в сегменте FMCG, то есть мы специализированы на сегменте FMCG и работаем по всей России, по регионам России. Мы очень много регионов знаем изнутри и так далее. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся формированием маркетинговой стратегии, а сейчас уже и бизнес-стратегии на предприятиях, ну, чаще всего, конечно, на пищевых. Так вот, как правильно формировать маркетинговую бизнес-модель, вы видите тему, я читать ее вам не буду. И в любом случае, любое свое выступление я начинаю с этих двух слайдов, для того, чтобы настроить вас на понимание, что же такое маркетинг. Это мне фраза нравится больше всего. Маркетинг – это зарабатывать деньги через поиск и удовлетворение потребностей людей. Это должно быть в голове сейчас у каждого, и мы с вами пойдем в кейс и постоянно будем смотреть на наши целевые группы, на потребности наших целевых групп, и наша задача с вами на нем заработать. Вот. Но давайте сначала посмотрим вот эту модель 3К, как разрабатывается стратегия. Очень просто. Мы с вами будем анализировать наших клиентов, наших покупателей, да? А я всегда говорю, что покупатели в Магадане и покупатели в Москве – это разные целевые группы, мы должны это понимать.
знать. А заводы у нас в советское время были построены одинаковые, вы помните, да, абсолютно одинаковые по всей стране. И мало что иногда меняется, потому что мы работаем по регионам всей нашей Российской Федерации и Казахстану. Дальше мы с вами смотрим конкурентов, тренды, тенденции бизнеса, и конкуренты здесь — это ваше логистическое плечо. Если макароны мы везем по всей стране и бытовую химию тоже, то конкуренты и будет вся Российская Федерация. А если у нас молоко, логистическое плечо 250 километров, то там мы конкурентов и смотрим. Ваша компания — это ваши мощности физические, здание, то оборудование, те линии, которые у вас стоят. Ну и, собственно, очень важный момент – это, конечно, люди, которые у вас работают, потому что зачастую маркетинговую стратегию сложно внедрить. Я не буду как бы лукавить, приходится здесь помогать. Так вот, сегодня мы начнем разговор про Омск. Это Тюкалинский маслосырокомбинат, который перерабатывает плюс-минус 100 тонн, примерно такое предприятие. Выглядит наша продукция достаточно классически, выглядит она регионально. Ну, что мы здесь видим? Натуральный продукт, линии такие достаточно простые, местный, уверенный бренд. Да, если еще мы знаем долю рынка, поскольку обладаем данными, то действительно нормальная доля рынка. Так вот, это первый бренд. Но наш клиент покупает вторую площадку и покупает ее с брендом Лузинской крыночки. Это бренд у нас так будет с вами называться, Лузинская крыночка. Вот он покупает вторую площадку и приходит к нам с вариантом ребрендинга. Он говорит: все замечательно, давайте сделаем ребрендинг этой торговой марки. Мы говорим: ну, ребрендинг – это техническая часть, которая решается позже, а, собственно, вы других основных проблем не видите? Ну, вроде бы как все нормально. Спрашиваем у отдела продаж: а какие могут быть проблемы в этой ситуации? Он говорит: есть момент. Что купил наш клиент с вами, Тюкалинский, когда они купили площадку? Кто мне ответит? Что по факту они приобрели? Долю рынка. Никому мощности не нужны, нужна доля рынка. И у них теперь два бренда. И теперь проблематику понимаем. Приходят наши категорийные, наши менеджеры коммерческие, категорийные менеджеры, мы говорят: возьмите нас в одинаковом форм-факторе, в одинаковом ассортименте и еще, скорее всего, с одинаковым юрлицом. Да? То есть, а почему должны взять-то? То есть бренды ничем не отличаются. И это основная проблематика, а не ребрендинг торговой марки. Ну, конечно, мы тут призадумались. Начали смотреть сразу первое. Смотрим по этой 3К-модели. Да? Смотрим наше население в Омске и Омской области. Что мы здесь первое видим? Леонид, что мы здесь видим по населению Омской области? Вот я сразу вижу. Мужиков нет. Ну да, но я пошутить хотела, разве? Мужчин нет, да. Но есть женщины, и, значит, соответственно, у нас с вами есть целевые группы по России, они, в принципе, почти всегда одинаковые, кроме там Петропавловска-Камчатска, там мужчин намного больше. Вот. Но есть молодые целевые группы 20-30, и есть, соответственно, более старшее поколение, и их больше всего. Тогда логично, мы что, с ними и будем работать, да? Теперь возвращаемся к полке холодильника. Я всегда показываю эти бублики на каждой презентации, страшные. Да? 14-й год и 24-й год. И вот те динозавры, про которых как раз у нас говорил Леонид, да, которые у нас существовали ранее, и мы смотрим 10 лет разницы, 27% бэби-бумеров, теперь их осталось 8. Если на вашем предприятии ничего не менялось, ассортимент, соответственно, не ставились новые линии, когда ко мне клиент приходит и говорит: сделайте нам продажи колбасы так же, как в 2014 году, я всегда говорю: а дверь давайте посмотрим на нашу полувозрастную, полностью смену поколений. Да? И мы видим, что поколения у нас меняются, поэтому обязательно нужно работать над новинками. Дальше. Теперь у нас с вами стоит задача, как позиционировать и развести бренды. Мы берем ассортимент, граммовку, форм-фактор, ну то есть форму упаковки. И по этим двум брендам разводим четко каждое SKU. Ну как бы это коммерческая тайна клиента, я не могу вам тут выдавать списки, как они развили. Но мы разводим это для современных потребителей и, соответственно, более простую продукцию для возрастной группы. Теперь идем в следующую историю. Нужно делать ребрендинг Лузинской крыночки.
Ну, как бы клиент хочет, это его теперь собственность, они хотят. Каким образом мы будем делать этот ребрендинг лузинской крыночки? На самом деле тема ребрендинга очень сложная. Мы смотрим вот как раз по отчетам данных, в том числе Intech, да, потребительской панели, смотрим, сводим все отчеты и смотрим долю рынка в сетях, потому что сети у нас с вами в Омске самый объемообразующий канал. Если вы приедете во Владивосток, там другие каналы продаж. Поэтому вообще сети у нас решают многое, но есть регионы, где это бесполезная история. Есть у нас еще в стране такие регионы. Вот, допустим, Петропавловск-Камчатск. То есть как бы знание отчета в сети ритейл здесь нам не пригодится. Вот, да, в этом случае этим инструментом мы в этой стратегии пользуемся. Мы понимаем, что лузинская крыночка у нас 12% доля рынка, и мы менять ее будем очень аккуратно. Почему? Потому что у нашего клиента есть такое понятие периферическое зрение. И вот они, когда идут мимо, они видят не кота у Простоквашино, а полосы, да? То есть и замечают их продукцию. Поэтому здесь нужно, есть цветовые пятна, их нужно очень аккуратненько менять. Мы делаем позиционирование «Правильное молоко» и начинаем это позиционирование протаскивать с помощью героя Тимка полностью по всей продукции, рассказывать о том, что, какое молоко, из чего, с каких ферм и так далее. То есть наш герой начинает общаться с нашими потребителями. Получается такой достаточно интересный современный бренд. Потом, естественно, все современные десерты, какие-то новинки мы складываем в этот бренд. Вот, вот такая у нас получается лузинская крыночка. Клиент подхватывает эту историю, и на молодые целевые группы начинают участвовать в стартах, они стали спонсорами, кто в хоккейную команду «Авангард» знает омскую. Знаете, ну вот, серьезная очень команда, да, они стали спонсорами этой команды. Если вы думаете, что это какие-то безумные рекламные бюджеты, нет. Ну, допустим, вот на стартах можно участвовать просто продукцией, делюсь лайфхаками. Вопрос только, что нужно этим заниматься. Итоги этого бренда покажу чуть позже. Итого, у нас с вами сформирован бренд-портфель с двумя брендами. Поскольку лузинская крыночка очень была симпатичная, мы сделали такой плавный ребрендинг тюкалинскому мясо-сыркомбинату. И у нас получается такая вот пирамида, да? Вот эта пирамида. Значит, основание больше, низкоценовой сегмент у нас сформирован одним брендом, выше с другим брендом. Сегмент ниже среднего, первое. Мы продаем много, маржа меньше. Сегмент выше среднего, всем всегда говорю, мы продаем меньше, маржа больше. Тем самым мы работаем с разными целевыми группами, тем самым нашим коммерческому отделу просто. Но это еще не все, это только бренды. Это про то, что мы говорим, что мы должны качать бренды обязательно и долю рынка свою растить. У нас еще есть с вами собственные торговые марки сетей. Очень часто спрашивают, насколько в зависимости идти от СТМ. Но желательно, чтобы это было не более 30% раз, и у вас было не менее 4 поставщиков, потому что иначе вы попадаете в зависимость, уважаемые сети. Да, как бы при всем уважении нужно за этим следить. Поэтому мы всю продукцию нашу, сыры, молоко и так далее, грузим под СТМ, там «Красная цена», «Магнит», если взять самые известные сети. И потом еще одну фишку, по какой-то причине ее не знают. И еще мы контрактуемся с компанией «Магнит» на такое понятие, как мы называем ее АТМ, авторская торговая марка. Кто-нибудь об этом знает вообще? Вот, интересно, почему-то у нас в Сибири эта история живет и живет очень хорошо. Может, вот вам нужно пообщаться с сетью. Смотрите, мы делаем отдельный дизайн авторской эксклюзивной торговой марки. Туда мы делаем несколько SKU, те, которые согласовывает сеть. И она живет отдельным дизайном. Но кроме как нас, никто туда продукцию паковать больше не сможет, понимаете? И вот этой торговой маркой авторской, вообще-то на самом деле, я смотрела на последние отчеты, у одного клиента, допустим, в сырах я смотрела, они держат брендом 7% и 3% авторской торговой марки. То есть как это состоит? СТМ самая низкая, потом идет АТМ, а потом идут сверху бренды, понимаете, по ценовой сегментации.
Вот. И в этом случае у нас получается история, что мы все сегменты на нашем предприятии держим под собой. И тогда у коммерческой службы нет проблем, куда с чем бежать. Вот. Теперь рост. Смотрите, я нашла X5 сети 2020 года, у меня был отчет, и скрутили мы их, собственно, с 11% до 18% вырос бренд «Лузинская крыночка». Все знают, кто занимается молочкой, что десерты минус 18% последние полтора года, да? Молочный десерт. Плюс 50, по-моему. Да, ну это в какой сети-то? Нет. Нет, нет. Но питьевые йогурты ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду десерт. Нет. Леонид, у вас рядышком есть микрофончик. Мы здесь поспорим. Этот момент интересный, потому что по всем данным и отчетам «Союза молока» десертная группа стоит. То есть сейчас начали немножко оживать питьевые йогурты, а именно йогурты ложковые, именно то, что мы называем десертом в молочке, оно стоит. Ну, хорошо, поспорим с этим, с Леонидом. Прощение, здесь филологический момент, кто как называет на самом деле. Йогурты действительно чувствуют себя отвратительно, если их относить к десертам, но именно десертная группа, всяческие муссы и так далее, и особенно молочный ломтик, который рвет рынок. И не секрет, в конце концов, об этом уже говорили, есть такая замечательная компания «Аконт», которая сделала молочный ломтик на теплой полке. Uh-huh. Угу. Вот они, молочные десерты. Вот там рост плюс 50% год к году. Филологический. Нет, на самом деле, это я за последний год профдеформировалась от молочников. Они действительно ложковые йогурты, мы их тоже раньше называли йогуртами, они их десертами называют, это у них десертная группа. Так вот, соответственно, при разработке вот этой всей стратегии, да, есть страх у нашего клиента, и у них очень-очень частые вопросы. И это прям вот я нарезала с брифов для того, чтобы вам показать. То есть у нас падают продажи, мы не понимаем, куда бежать, и у нас есть в голове сформировавшиеся какие-то вещи, с которыми мы живем зачастую десятилетиями. Все пьют молоко эконом-сегмента. Вот это вот, да? Кто так считает? Давайте, кто так считает? Все пьют молоко эконом-сегмента. Не считайте, да? В регионах люди обеднели и не покупают там молоко там средний плюс. Кто так считает? Ну вот, понимаете, это из брифов вырезки, да? Дальше, покупают транснациональные компании только домик в деревне, допустим, Простоквашино, если мы говорим про молочный бизнес, и покупают очень много СТМ-сетей в молоке. Ну кто так считает? Считает, да? Эти вещи все очень в проекте легко проверить. Я понимаю, что вы постеснялись, но на самом деле говорят об этом все. Смотрите, здесь два инструмента. Показываю вам инсайдерскую информацию. Допустим, мы берем с вами Иванова. Берем отчет продаж X5, 23-й год. Второй инструмент. Мы берем просто фотомониторинг полки. Там мои менеджеры или кто-то там отфотографировал полку. И потом совмещаем. Вот смотрите, возвращаемся к вопросу. Покупают СТМ-сетей много? Ну, Иваново вообще, на самом деле, это в Иваново демография страдает очень сильно, то есть она падает. И вроде бы как там население не очень большие деньги получает. Тем не менее, 1,3% у нас в X5 покупает красную цену. Не подтверждается. И 58% у нас молоко продается в цене 71,90 рублей. И давайте теперь еще посмотрим, сколько продаются транснационалы. 10% один бренд «Домик в деревне», 10% «Простоквашино». Тоже не подтверждается, что, соответственно, и регионалов берут. То есть эти моменты все можно подтверждать. Дальше, допустим, «Пятигорск плюс», смотрим. Люди пьют только дешевое молоко и собственную торговую марку. Да, 40% Пятигорск плюс там Ессентуки и так далее, вот эти города. Да, 40% пьют, окей. Соответственно, в нашем бренд-портфеле, если мы работаем в Ставропольском крае, должны быть такие бренды. Мы должны эту долю рынка брать. Аня, да. Прошу прощения, но вот у меня все-таки, вот там, где 30-50, это дорогого сметания, я еще предполагаю, что все-таки это именно местный бренд. Надо смотреть, по-моему, это СТМ-ка.
Да, то есть я просто наизусть всю страну не знаю, но надо просто прогрузиться в отчеты. А, по-моему, все-таки это местный бренд. И дальше мы смотрим. А? А, ну вот, тем более. Да, просто они иногда зачастую выглядят в каждом регионе по-своему. Дальше, мы смотрим, транснациональный бренд, это у них кубанская буренка, да, вместо домика в деревне, и, соответственно, Простоквашино. Мы тоже можем посмотреть долю рынка и в каком сегменте. И свой мой бренд-портфель, и свои цены мы формируем под реалии данного региона. Это все можно... Сколько у меня времени? Посмотреть. Все, я закончила. Хорошо. Спасибо вам большое. Занимайтесь стратегией. Это очень сильно помогает жить в такой серьезной конкурентной борьбе. Что значит сказали надо, значит надо. Да, тайминг есть важная задача. Но опять же, возвращаемся к совсем стратегиям, возвращаясь ко всем задачам, которые так или иначе строятся перед вами. Знаете, Аня начала с такой хорошей темы о том, что мы сейчас все больше и больше следуем тому, что упаковываем какие-то потребности, и согласно этих потребностей делаем продукт. А вы знаете, я вчера в очередной раз словила на себе такую эмоцию, когда я тут готовилась, мне нужно было побольше сосредоточиться, Яндекс.Музыка, заходишь, выбираешь настроение, сколько там дополнительных настроений появилось под задачей, под тем, чем вы занимаетесь. И вы знаете, все больше и больше таких уникальных вещей появляется в данном случае в услуговых, да, таких сервисных продуктах, но... Именно производители очень во многих вещах отстают, потому что боятся делать гипотезы, потому что я понимаю, что это дороже все эти гипотезы проверять. Но, коллеги, без этого же никуда. Без маркетинга, без исследований, без умения работать с цифрой. Все-таки оставаться просто небольшим региональным брендом, или даже если вы хотите оставаться небольшим региональным брендом, ну какую-то конкретную долю рынка нужно занимать, вас должны видеть и отличать. Отдельная история про ребрендинг. Мы тоже находимся сейчас в стадии, когда изменения, и меня тоже откровенно переживаю, как все это воспримется аудиторией, но у нас немножко другая ситуация, да? Но когда очень сильные бренды, у которых очень хорошая узнаваемость, делают очень грустные решения, я не буду называть, но здесь на слайдах был такой бренд один, я очень переживаю за некоторых игроков на рынке, которые вообще перестали быть заметными в моих, по крайней мере, глазах. Я их не считываю, от слова совсем, они стали настолько размытыми. И тоже в ребрендинге все-таки действительно заходите очень аккуратно. Возможно, именно вы являетесь определяющим, что от вас отстраивается, а в итоге вы подстроитесь по себе. Так что это такой вот ремарочный момент в конце. Ну что ж, мы сейчас таким образом прошли несколько моментов. Я хотела бы, чтобы каждый из вас, каждый из коллег просто некоторые пожелания фокусного от себя сделали в аудиторию. Некое ваше пожелание непосредственно к той аудитории, кто у нас сейчас, чем бы вы пожелали, на чем бы вы пожелали фокусировать свое внимание и не упускать этот тренд или упускать эту историю в этом году? Коллеги, ну, безусловно, как говорила, кадры решают все, и так и будет продолжаться. Поэтому все больше и больше работы с массовым подбором персонала, с этим сталкиваемся. И действительно желаю вам не потерять лучших сотрудников, развивать их и добиваться в этом успехов. Ну, а я здесь дополню. Создавайте тот продукт, который будет позволять вам, вашим сотрудникам делать и зарплаты качественные, и, соответственно, иметь возможность удерживать лучших сотрудников. Леонид. Господа, ребята, граждане. Я желаю вам удачи. Успех – это штука закономерная. Это результат того, что я делаю. Это успех. И он у вас наверняка будет. А удача – это что-то вон оттуда, где-то сверху. Чтобы вас почаще Боженька в темечко целовал. Удачи вам, ребята. Анна? Как всегда. Я хотела бы сказать, не бойтесь, проверяйте гипотезы. На самом деле это абсолютно не так дорого, как кажется. И в каких-то вещах можно, там, не знаю, нарыть такие решения там, и увеличиться на тоннаж буквально из-за одной подкрученной гаечки. Такие кейсы у нас есть. Мы просто не все можем рассказывать, но есть. Ну, кулуарные разговоры вам в помощь, соответственно. Коллеги, я приглашаю вас легкую, быструю фотографию сделать, чтобы у нас все-таки был еще цифровой след и фотоотчет. Пожалуйста, останьтесь, у нас быстро...